Жители одной из многоэтажек в микрорайоне «Восток» не могут отойти от шока. После сильного ветра часть крыши 93-го дома снесло. Жильцы в этот момент среагировали мгновенно и вызвали коммунальщиков, а те, несмотря на сильный ветер, быстро заменили кровлю. Но на том испытания для жильцов не закончились. Через некоторое время на дом упало дерево, повредив несколько балконов. Вчера был сильный ураган, и в 93-м доме хорошо не было на улице жителей. Упало два листа с дома. Ну, благодаря усердию людям вызвали МЧС или кто там, восстановили крышу. А это уже в другом районе города, в центральной части Шымкента. Ночью на проезжую часть упало дерево. К счастью, пострадавших нет. Коммунальщики спешно устраняют препятствия. А это дерево, по словам очевидцев, упало ночью рядом с школой. К счастью, никто не пострадал. Работы у коммунальных служб после сильного ветра значительно прибавилось. По городу Шымкенту были зарегистрированы случаи срыва крыши, это микрорайон, это Восток, были дворовые подтопления. Оперативно-спасательный отряд в составе 4 человек одной единицы техники и служба пожаротушения в составе 4 человек одной техники и одной мотопомпы работала по улице Кожанова и в районе Зеленой Балки. Коммунальщики и сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций просят жителей соблюдать спокойствие в непогоду. Службы работают в усиленном режиме. При возникновении чрезвычайных ситуаций спасатели рекомендуют звонить по номеру 112. Шудин Саидов, Ильдар Жунусханов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».